Так-так-так. Ага, всем привет, дорогие друзья, с вами Виктор, и это канал Витёк Плей. Сегодня мы продолжаем играться в Assassin's Creed Rogue. Даже немножко бодаем скалы. Итак, давайте вспомним, что мы делали в прошлый раз. В прошлый раз мы привалили нашу девчонку красивую, да? И, в общем-то, здесь у нас с вами какое-то задание организовал. Ой, что это такое? Королевский конвой. О, это, наверное, бабла, наверное, можно поднять. О, классно. Ладно, нам сейчас не туда. Нам сейчас вот сюда. Почему это недоступно? Хорошо, ладно, тогда поплыли. Ой-ой-ой. Я все время твержу это. Мы почти покончили с ассасинами в Нью-Йорке, а эта ведьма не раз пыталась загнать тебя в могилу. Так, меня лечат явно. Я сам подумаешь. Решил связать судьбу с тамплиерами. И мы рады этому, Шей. В противном случае ты мог бы очутиться на Дали. И мы счастливы. Что или такое? Что за событие? Вот человек. Слушай, Шей, убив еще какое-то сражение с... спас себя и половину Нью-Йорка от ассасинских ядов. Но я определил наш следующий шаг. Цель теперь ясна. Не дать кучке этих болванов-убийц разрушить еще один город. И все это за один день. Да, и все это за один день. Долгий день, да уж. Боюсь показаться бесчувственным, но... что ты узнал у покойной барышни? Слушайте, вот он прицепучка, а. Она умнее, чем я думал. Ее уловки позволили Лайему вернуться к Шевалье. Можно обойти Они должны быть на пути запада! К новой святыне Предтечь. Тихо-тихо-тихо-тихо, что здесь происходит? Осторожней, капитан, тут постоянно патрулирует враг. А, мне как надо хитро зайти, да, вон с заднего плана. Я прям по кромочке прошелся, вот молодец. Суда часто тонут у антикости. Они надеются, что никто не решится плыть по столь опасным водам. Никто, кроме безумцев, да? Берегись айсбергов, капитан. Нифига себе, прям пришвартовался. Как он так прыгнул-то в землю? А, нет, здесь не земля, а. Ёлки-палки, как здесь низ-то уходит. Корабль даже может встать. Круто. Так, нам нужно как-то попасть в крепость, да, я так понимаю? Ну, погнали, здесь явно по дереву. Опа, на дерево, выше, выше, отлично, в развилочку. Вилочку, развилочку, и здесь у нас... Этот человек покрыл себя позором. Алчность испортила его, и он стал угрозой для всех нас. Мы признаем лишь свои... Спасите горожанина. Так, и как? Нифига себе, я тут чик. Это будет напоминание. Чтите кодекс. Разойдись по постам. Спас? Тут уже пищали красномундирники. Ну, давайте. Еще таких крыс шныряет по острову. Благодарю. Отлично, 4 человека в команду. Кто-то все равно за это должен был поплатиться. Как француз отчалил, капитан желчью исходит. Так, давайте-ка вот этого парня вырубим, который здесь на вышке. Он здесь явно лишний. Слушайте, такое ощущение, что я здесь был уже. Но в этих антикостях. Давай, прыгай на него. О! Слушайте, они успели, значит, нанять новых охранников. Подобрать тело. Нет, он мне не нужен. Слушайте, а почему вот здесь парень нарисовался? Он перебежал, что ли, сюда? Точняк, он перелез. И в кого ты целишься? Ты меня сейчас не видишь. Давай, 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 отворачивайся. Ага! Гад! Вот это была подстава. Ребята, он меня подставил, видали? Я хотел его убить, но получилось, что каким-то образом я очень смело упал. Kill time. Отпинал его. Жесть ты какая.
Слушайте, здесь столько вариантов поиздеваться над всеми есть. Мне эта игра нравится именно вот за эти издевки. А куда он делся-то, враг-то мой? Походу, он просто самоубился уже. Он не мог больше терпеть. Так, а что мне надо сделать, кстати? Найдите главаря преступников. Так, врагов всяких вижу, главаря преступников не вижу. Да спрыгни ты. Вот на этих парней двоих. Копа! Минус два. Кстати, а где-то я слышал пиликанье. Че бы вспомнить, где это было. Да не туда ты прыгаешь. Опа, смог! Ты смотри, он смог. Да урони ты его вниз и все. Во, вот он, наверное, да? Ага, точнее. Украсть? Что значит украсть? Что украсть? Я не понял, что значит украсть. Французский дьявол любит секрет. Но сейчас он и правда что-то нашел. Боюсь об заклад. Ну а как украсть-то? Мне не дали у него ничего украсть. Я не смог. Убить смог, украсть нет. Коп, следующий. Ох, ни хрена себе в лобас. Парни, парни, парни. А вот так можешь? Граната, беги. Да беги ты, стоит. А, нормально, все. Ну, теперь можно и украсть, да? Возможно, тут была задача еще украсть именно не убивая. Лучше вернуться на Морриган. Не убивайте охранников. Нифига себе дополнительная задача. Это каким-то образом я мог их не убивать. Не, хотя мог. Хотя мог. Что за звук? Такая музыка, как будто я сейчас проиграю. Меня кто-то преследует дикий. Но на самом деле у них нет шансов вообще. Потому что я всех перечистил тут. Блин, а как тут забраться-то? А, вижу, вижу, вижу. Ого! Там какой-то экшен идет без меня. Ребята, я хочу туда. Мой корабль сражается. Тихо, тихо, тихо. Вы что, мой корабль бомбите? Я иду, я иду, я иду. Я лечу, я лечу, лечу. А, в камень! Нет, мимо. Давай, 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 плыви. Ну, шифтом плыви, быстрее. Ты что такой, слон-то тормоз? Во-во-во-во, заработало. Отлично. Все, забирайся, забирайся, забирайся. Все, нет времени объяснять. Отлично, экшен пошел. Капитану мостика. У нас Уходим, шар! Ох, ни хрена себе там жарит. Не имею возражений. Встань, паруса, быстрей. Превосходство у них! Королевский флот! О, фига себе, я его утопил уже. Я никак не привык к этому. Флот короля Георга расправится с пиратами. О, 50 металла, а отлично. У нас есть свои битвы. Отлично, 50 металла, ребята. Фига себе, что это айсберг какой-то. Фига себе, я из этого айсберга что-то выбил. Что такое низкие волны? Уничтожение айсберга создает волны, которые способны нести... Так, стоп, я хочу подобрать вот это вот, то, что валяется. Еще 25 металла. Ох, классно. Все собирать надо. Ребята, тут металла немерено просто. Обожаю металл. Это моя страсть. Так, там человек. Берем. Труселя отдать. Бомб труселя. Слушайте, ну это тот корабль, который я люблю, кстати. В котором пушек больше, чем... Ни хрена себе, сколько здесь всего. Фрагмент анимуса. Вот так вот. Выйдите в открытое море, отлично, выходим. Задача сделана.
Уйти было тяжелее, чем хотелось бы. Ой, да ладно. Мы узнали то, что нужно. Мы знаем, что это? О, касатка. Не совсем. Не буду я с ней охотиться. Выяснить. Эти карты сможет расшифровать пук. Тогда курс на Ньюфаунд. Так, курс на Ньюфаундленд. Отлично. Мы здесь закон, ребятки. Мы, не вы, не они, а мы. А, ну да, ну не они. Ну вы меня поняли. Немножко сморозил чуши. Ну куда же без чуши в нашем мире-то теперь. Так, давайте посмотрим, где этот Ньюфаундленд. Контролом туда заехать, что ли? Так, а куда я могу быстро переместиться? Вот здесь пещера какая-то, могу туда. Ну, кстати, королевский флот. Давайте его попробуем жахнуть, если он из меняемого корабля. Если там, конечно, два корабля вот этих супер-пупер-мега-крутых. Ну, я ничего им не сделаю. Хотя, погодите, я сейчас металла подобрал 700... Ой, 75, да? Стоп. Ну-ка, пошли, давай-ка войдем в нашу рубку управления. Посмотрим, что мы можем сделать. Во-первых, давайте соберем деньги с... Банк пуст, нифига себе. Так, давай посмотрим, что тут у нас с кораблями творится. Кто-нибудь приплыл? Успех. 1500, неплохо. Еще 1500. Штурвал какой-то привезли мне. Еще почти 1000. Нормально. Гавана, ну давай еще раз в Гавану сплаваем. Непостоянный, давай, непостоянный отправляется в Гавану. Сейчас мы его поремонтируем. 98%, кстати, это самый мой мощный корабль. Отправлено. Так, в Брест-Бухарест отправляем. О, отлично, поехал. Болтливый. А, Кап Франции. А, это вот вещицы, в которые я, в принципе, никого не могу отправить. Мне их не хватает на кораблях толстоты. Оплата 720. Ну, давайте вот здесь еще 720 оплата есть. Отправим нормальный кораблик такой. Стандартный. Его должно хватить. Нормально, 94%. Конечно, вероятность есть, что он провалится, но невелика. Вот так. Выйти. Выйти, да, из морской карты. Посмотрим, что мы можем улучшить. Так, у нас... А, 115 металла всего лишь. Маловато будет, да? Мощность разрывных ядер. Так, ядра для мортир. Так, это улучшено. Так, препятствие наносит тяжелый урон и ограничивает маневренность вражеского корабля. 250 на корпус нужно. Ёлы-палы, где взять? Непонятно. 270 на бортовые орудия. Ёлы! Слушайте, надо реально охотиться, надо реально охотиться. Надо охотиться за железом. Тяжелые ядра, мощность горючего масла. Вообще не вижу смысла горючее масло учить. Но это бред какой-то, им хрен кого убьешь. Ладно, пошли посмотрим, что там за караван плывет. Вдруг там металла немерено. Блин, ну ты обезьян-то, охренов. Ну хотя бы спуститься можно так же быстро, как и подняться. Хей. Так, держите меня, семеро. Я у штурвала. Стоять мне налево. Раз, два, три, четыре, пять. Поворачиваем вспять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж такое-то меня носит тут этими волнами от айсберга? Блин, вот кричит, а? Во-во-во-во-во, сейчас посмотрим, смогу или не смогу, давай. Выкручиваемся отсюда, маленькие волны убили. Посмотреть на конвой. Ну и как на него смотреть-то? Давайте штурманем его. Не ожидали.
Ну, блин, где? Где мои мортиры? Да, господи, боже мой, я их не вижу просто. Ух, их тут двое. Тихо, тихо. Что происходит? Почему? А, я уплыл. Крылый бабай, я не то делаю все. Где, где? Где мортира? Почему я не вижу лужи мортиры? Куда стрелять мортирой-то? Не, ну он меня снесет так. Я почему-то не понимаю, где мортира, ребят. Вот, вот честное слово, вообще не вижу. Где, где пятно от мортиры? Его нету. Да что за ересь-то такая? Нету пятна от мортиры просто. Все, десинхронизация. Так, я так и не понял, что с мортирами произошло. Почему я не мог стрелять мортирами? Но я понял за то, как теперь этот корабль уничтожить. Сейчас мы будем это делать. Так. Убавить парусов! Убавить паруса налево труселя. Ты куда? Фига себе взял, бросил руль. Нормальный такой. Так. Блин. Я понял, нам случайно не повезло здесь вот эти вот. Там еще один второй корабль большой проплыл. Надо подождать, как он проплывет. Что они творят там, а? Он сейчас врежется. Или это его охрана? Ну что, они как-то вместе, что ли, плавают, я не пойму. Так, в банке что-то приплыло. А, у меня патрон нету для мортиры. Господи, боже мой, ребята, ну как так, а? Слушайте, ну как мне этот конвой тогда убить? Кораблей немерено мощных, премощных. Ай, а я смогу его просто жахнуть и уплыть быстренько? Когда-нибудь я расскажу об этом путешествии у вечернего гостя. Ну-ка, давайте попробуем. Что они делают, а? Они специально так плавают по упоротому? Я вообще ничего не понимаю. О, война началась. Давай! Надо его убить. Ограбить. Ууу, десятка. Валим, валим, валим отсюда теперь. Валим, 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 Витя. Давай, 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 подбили. Вали, подбили. Плыви как только можно быстрее. Давай. Ха-ха-ха, десятка, ребята, десятка. Ууу, мортир летет. Мимо, 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 все мимо. Клади мимо. Блин, задели. Валим, валим, валим. Все, ладно, уже задели. Валим, валим отсюда, ребята. Быстрее, 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 быстрее. Ха-ха-ха. Отлично, направо. Уходим, 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 уходим. Ха-ха. Жесть, вот это дерзость была. Вот это дерзкая вылазка была. Все, плывем, кажется, ушли. Просто уничтожил, десятку снял, там что-то древесины, железо немерено. И уехал.
Ну и правильно. Так, ну у меня, оказывается, мортир не хватает. А где взять мортирные ядра, ребят? Такой вопрос. Купить, наверное, где-то можно. Тихо-тихо, запретная зона. Такие песни вообще классные у них идут. Так, мне кажется, на этот корабль надо, там Кук обитает. Надо было его, кстати, привлечь к сражению, было бы весело. Начать задание. Хорошо. Мастер Кормак, не ожидал увидеть вас так скоро. Я нашел планы Дела Верендри. Но он использовал шифр, мне не разобраться. Может, у вас получится. Ну, кстати, мужик умный, может быть. Занятно. Это очень старый шифр. Только один раз я видел его. Позвольте, изображу. Может, покажете лично? Поможете мне в поисках? Раз дело срочное. Хорошо. Отправимся в путь вместе. Ура! Он меня не предаст, надеюсь? Надежда умирает последней. Ну, после такого феерического, как говорится, такой феерической победы... Да, к сожалению, мне не следовало бы доверять друзьям, связанным с таким подлецом. Бог мой, что он сделал для такой враждебности? Я знаю его лишь как члена семьи, исследователя, раздвинувший границы известного мира. Так, я что-то нашел. Здесь война какая-то идет. Кто-то кого-то потопил опять. Слышал это? Пушки. Глубоко в тумане. Так. Это дело Верендри? Возможно. Экспедиция секретна. Они вряд ли стремятся оставить свидетелей. 33 металла, хорошо. Крепить все марселя! Тяжелые ядра, мортирные ядра. Одна штука, кстати, выпала. Только нормально. Я так понял, тяжелые ядра — это очень хорошая штука. Вы видали, какие они повреждения делают, сумасшедшие? Вы что, охренели, там их немерено? Потопить? Что, прикалываетесь потопить? Но нагоняем. Морриган не подведет. Они там слабенькие, что ли, все? Думаю, опасность не надо. Ни хрена не вижу, что делаю. Куда-то стреляю, куда-то попадаю. А почему они по мне не попадают? Слушайте, я большой корабль, что ли, валю? Они меня не видят, что ли? Я не понимаю, почему они не стреляют? Ух, тут тумане просто какая-то жопа. О, что происходит? Что, волна какая-то? Да меня сейчас снесут, вы что, прикалываетесь? Ой-ой-ой, куда мы едем? Давай, мортирами. О, жесть-то какая происходит. Чё-то я чувствую, я не выжил. Так, это мелкая шлюпка. Куда я плыву? Я всех поубивал уже, нет? А, только мелкие остались. Отлично. Фух, я справился. Роты убрать!
Там еще крупный корабль есть. Он, конечно, со мной ни в какое сравнение не идет. Куда я поплыл? Марселя, Бромселя, Труселя. О, с гребня волны сейчас мы ему жахнем. Я ни хрена его не вижу. Ох! Аж ты ж хрен-то какой, а? О, у нас еще и абордаж идет. Нифига себе, это они меня что ли хотят абордировать? Кого убить-то надо? Это враги, надеюсь? Я с врагом сражаюсь. Так, где они? Они хотят меня на абордаж взять. Вот это дерзость, а. Так. Где враг-то? О, нашел какого-то, отседлал. Так, этого. Этого. Мне просто надо бегать и просто валить всех по одному. Ну и что, теперь я захватываю их корабль, получается? Типа, они пошли ко мне на абордаж, но при этом я их захватил. Почините, либо избавиться. Давайте починимся. А почему я не мог его, кстати, в свой флот-то заделать, я не понимаю. Было бы интересно так. Жалко, что самый крупный корабль. Я, словно послан помешать нам. Не удалось захватить. Он задержит нас надолго. Ну да ладно. А, все, задание выполнилось. Бросоль! Бросоль? Что это такое? Фига себе! Держать курс! Ни хрена себе поливают, а что, мортирами, да? Где они? Действительно, где это они? Это в радиусе стрельбы! Это идеальный ответ. Где они в радиусе стрельбы? Теперь главное понять, где. Во, я вижу корабль. Я вижу корабль. На! Что за кречет? Какой-то легендарный корабль? Добровольцем, несомненно. Направо, господи, ветер сраный. Блин! О, задок ему, а, прострелил-то весь. Блин! World of Tanks просто какой-то. World of Warships. Как мы могли, а? Вот это давай задок подставляет, мимо. Во-во-во-во-во-во-во, давай-давай-давай, крути. Во, здесь же просто война какая-то дикая идет у нас. А почему он не стреляет, кстати, вопрос? Или он боится стрелять в такие волны? Блин, ни хрена себе, тут айсберги оплываю. Как в таком состоянии можно вообще какое-то сражение вести, я не понимаю. О, как он айсберг-то пинает. Давай, леви. А, пошла, хорошо. А я могу его захватить потом? Я хочу его захватить, мне такой корабль нужен. Марселя, Бромселя. Он такое ощущение убегает от нас, если честно. Готов вести огонь, сэр! Так, давай за ним. Он против ветра пошел. Слушайте, он просто ломит все, что видит. Какой-то у него искусственный интеллект багованный, видимо. Не стреляет. И ждет, когда я ему сейчас в задец как заеду.
Ну это просто какой-то расстрел, ребят. Это нечестно даже. Чтобы я ограбил. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, жахнул, тебе дохнул. Все, 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 все выше меня. Там снайпер, конечно, стреляет. Так, осталось чуть-чуть его добить-то. Ой-ой-ой, на разворот идет. Прям. Прям. Горит! Направо. Ну что, область недоступна. Мне нужен враг. Куда он поплыл так быстро? Давай, давай, давай за ним. А то он уйдет. Он точно убегает уже. Он меня боится. За ним, за ним, за ним. По ветру идем. Музыка там в отдалении какая-то звучит. Что-то подбирать еще успеваем. Вот он, я его вижу. Сбавь ход. Жах тебе до. Задание морской компании выполнено резко. Блин, они перегруппировались и напихали мне сейчас знатно, кстати. Абордаж, отлично, сейчас будем абордировать его. Держите ЕС для абордажа. Можно идти на абордаж. Идем. Ну и что, мы будем это пристыковываться к нему. Надо вон того убить. Я не попадаю, он слишком высокий корабль у них. Блин, как в них попасть-то, а? Вот они. На. Это тир, ребят. Так, расстрелял все ружье Пакла. Давай-ка наверх. Сейчас мы будем туда телепортироваться. Надо было, правда, по... Здесь такой агрегат есть классный под названием... Да где ж? Я все время на него цепляюсь, а сейчас не могу. О, сможешь? Отлично. Вверх. А теперь на вражеский корабль. Сможешь? Где враг? Ни хрена себе его там окружает сколько. Сейчас мы его так застрелим. На, в лоб тебе. Нет? Бронированный, что ли? Отлично. Ну, огородник. Так, он нашел какой-то стеклянный стол. Ну, огородник, все еще веришь в правду тамплиеров? Сильнее, чем прежде. Больно, наверное, ему, да? Что за черт? Ахиллес и Лайм отправились на север! Хоу была права. Я сумел отвлечь внимание. Ах ты гад. Это я за борт корабля его выкинул. Все, я понял. Ёлки-палки, вот это да. А корабль-то можно захватить во флот себе? Спасибо вам, капитан Кук. Рад был помочь, капитан, капитан Кук. Плавать с вами всегда весьма... познавательно. Да, что-то он скрывает. Идет за нами по пятам. Скажите, вы состоите в какой-то организации? Совет Адмиралтейства? Выполняете личные приказы Его Величества, ведь так? Об этом не принято говорить вслух. Это вам пригодится. Делавер Эндри они уже не нужны. Как они его... Такое ощущение, что они его троллят. Капитан. Благодарю вас. Не, ну он, видите, раскусил нас. Умный ребят. Умный ребят мужик. Ну, умный он, конечно, не умный. Не сталкивайтесь с айсбергами, это, конечно, дико. Воспоминание 04. Завершено. У-ху! Ну, что тут скажешь? По-моему, пора приостановиться, ребят.
Всем спасибо за внимание. С вами был Виктор, канал Витек Плей. Мы с вами повоевали очень знатно. Это была миссия на воде. Вообще серия на воде, вся серия на воде прошла. Я там побегал буквально в крепости чуть-чуть. Но это не считается, вы же понимаете. Довольно-таки серьезно мы прибрали к рукам себе добычу различной. Я думаю, следующую серию я начну с того, что опустошу свой банк и посмотрю, может быть, я действительно могу уже опять что-то сделать со своим кораблем. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. В описании есть ссылка на плейлист. Смотрите. Не пропускайте серии, и я вас жду. Я вас жду совсем скоро. Всем пока.